Здравствуйте, дорогие друзья. Мне, как организатору оппозиционной политической партии «Аллах Адастан», звонят многие наши сограждане, задают вопросы, и среди них особенно многих беспокоит проблема ОДКБ, Евразэс, таможенного союза с Россией. И спрашивают, какое мое мнение о них. Мое мнение однозначное. Эти союзы, они необходимы только России. Россия хочет сохранить свою монополию на диктат в этих странах, бывших союзных республиках, как в советское время. И поэтому она и создавала вот эти союзы. И время подтвердило, что Россия готова в любой ситуации использовать их. В частности, это пример кровавого января, когда наши диктаторы Назарбаев и Токаев вместе с Путлером решили ввести в Казахстан карательные войска России и таким образом подавить народные волнения под видом того, что они спасают Казахстан якобы. А на самом деле они, конечно, спасали диктаторский режим самого Токаева, и это обернулось большой кровью для нашего народа. Сотни, а то и тысячи людей были, мирных людей были убиты. И поэтому, естественно, что сейчас настало время, когда мы должны просто отказаться от этих союзов, выходить из них. И чем скорее, тем лучше. Я считаю, что если наши власти на это не пойдут, тогда уже народ будет вправе поставить этот вопрос ребром с тем, чтобы заставить эти власти сделать это. Именно выйти из союзов с Россией, оградить себя от тяжелых санкций, которые навлекла на себя Россия как государство-агрессор, как фашистское государство. И мы будем добиваться этого. Это обязательно, чтобы мы могли спокойно жить и развивать свою экономику самостоятельно, и вообще, чтобы мы были действительно независимым государством.